Premium X-Trend – это трендовый индикатор, который может применяться и на рынке Форекс, но с максимальной эффективностью его используют в торговле бинарными опционами. Его сигналы на покупку колл или пут опционов чередуются согласно основному тренду актива, а наиболее подходящий момент для покупки опциона определяется вспомогательным каналом, который служит уровнем поддержки или сопротивления. Индикатор Premium X-Trend стоит $395. Обоснована ли цена индикатора реальной пользой или выгодой, вы можете узнать, скачав индикатор на нашем сайте совершенно бесплатно в ознакомительных целях и протестировав его на демо-счету. Ссылку для скачивания индикатора ищите в описании под видео. Этот индикатор устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно, а кто еще до сих пор не знает, как это делать, ищите ссылки в описании к этому видео. Для торговли на Форекс Premium X-Trend указывает уровень цены входа в сделку и динамичные уровни для закрытия сделки по убытку, стоп-лосс или при достижении цели по прибыли, take-profit. Значения этих уровней для Форекс также выводятся на специальную панель в левом нижнем углу. Обратите внимание, что красный уровень стоп-лосс соответствует нижней границе красного канала или верхней границе зеленого. В торговле бинарными опционами он будет использоваться совершенно иначе, а именно как уровень для открытия сделки. Настройке индикатор, к сожалению, не поддается. Ширина тени и тело свечи, относящиеся к визуальным параметрам, это единственные параметры, которые можно изменить в Premium X-Trend. Правила торговли по индикатору Premium X-Trend для торговли бинарными опционами настолько просты, насколько это вообще возможно. Цвет канала Premium X-Trend будет указывать трейдеру на направление тренда и, соответственно, сделки. Касание же ценой границы канала определит лучший момент для покупки контракта. Для покупки колл опциона следует дождаться касания ценой верхней границы зеленого канала. Именно в этот момент и следует покупать опцион. Экспирация 3 свечи, таймфрейм можно использовать любой. Для покупки пут опциона цена должна коснуться нижней границы красного канала. В этот момент можно покупать опцион с экспирацией 3 свечи. Заключение. Индикатор Premium X-Trend для бинарных опционов подходит трейдерам с любым уровнем опыта. Он не требует дополнительного анализа, установки вспомогательных индикаторов и применения каких-либо фильтров. Тем не менее, соблюдение правил мани-менеджмента и риск-менеджмента здесь обязательно, как и при использовании любой другой стратегии или индикатора в торговле бинарными опционами. Интересные ссылки на статьи по этому поводу ищите в описании под видео. Мы настоятельно рекомендуем тестировать работу индикатора самостоятельно и экспериментировать с правилами торговли исключительно на демо-счету, прежде чем использовать его на реальные деньги. А если вы еще не определились с площадкой для таких экспериментов, найти подходящую вам поможет наш рейтинг брокеров бинарных опционов. Ссылку на рейтинг ищите в описании под этим видео. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные и полезные видео для трейдеров из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!